a mouse, cause I'm an albatross. Всем привет, с вами Юлия, вы на канале Двоичный Код, и в этом обзоре мы с вами поговорим о такой платформе, как Prometheus. Эта платформа позволяет осуществить интеграцию между частями бизнес-процесса и самой технологией блокчейна. На этой платформе была создана MVP, и она сейчас в данный момент полностью функционирует и является основой для этой платформы. Это позволяет подключиться к базе данных всего лишь несколько кликов, например, выбрать таблицу и столбцы для переноса в блокчейн, выбрать тип блокчейна, например, Ethereum, Cardano, Stellar и многие другие, и также сам протокол Prometheus. И выберите, будь то действие единожды или же несколько раз. Обратный процесс также может осуществляться из блокчейна на вашу базу данных. Пользователь может перенести желаемую часть своего бизнеса на блокчейн. И Prometheus хочет помочь во внедрении технологии блокчейна. Эта платформа уже имеет прототип продукта, который является функциональным, что позволяет быстро и легко интегрировать базу данных MVP через прикладную платформу Point and Click. Пользователь может выбрать диаграмму из своей базы данных, то есть какие части бизнеса, которые он хочет передать на блокчейн. И таким образом они могут быть перенесены. Они являются реальными и, другими словами, может являться частью технологии блокчейн в вашем бизнесе. Prometheus создал такую платформу, которая позволит любой компании эффективно и удобно перенести часть своего бизнеса на блокчейн и тем самым улучшить свои бизнес-операции и повысить конкурентоспособность. Миссия платформы Prometheus — это содействие в глобальном внедрении блокчейна во всем мире. Его использование очень велико, и Prometheus не ограничивается только отраслью экономики, но и другими отраслями. Но решение универсального применения технологии блокчейн позволит любой компании перенести часть своего бизнеса в блокчейн. Давайте же поговорим о токене этой платформы. Его тикер — это PRO. Совсем скоро начнется продажа токенов, с 1 февраля она будет длиться и по 1 мая 2020 года. За один токен вам необходимо будет заплатить 10 центов. Общая поставка токенов — это 200 миллионов. Токен основан на платформе Ethereum и, конечно же, протокол ERC-20. У них есть также SoftCap и HardCap. SoftCap — 530 тысяч долларов, а HardCap — 11 миллионов долларов. 55% всех токенов будет выделено на продажу токенов, 20% на развитие, 10% будет выделено на маркетинг, еще 10% для партнеров и 5% для развития платформы в сфере рекламы. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что смотрели это видео. Более подробно с этим проектом вы можете ознакомиться в его технической документации и на сайте проекта. Их я оставлю в описании, вы можете просто пройти по ссылке. Ставьте лайки, пишите комментарии, я буду рада их читать и отвечать на ваши вопросы, если же у вас возникнут они при изучении этого проекта. Всем до новых встреч, пока-пока!